Доброе-доброе утро, страна. Татьяна Матусевич и Марьяна Муренкова продолжают помогать вам просыпаться. У нас на календаре сегодня 31 января. Это последний день второго месяца зимы. Вот прекрасно. Так вот логически я подошла к вопросу. А вот какой будет не только последний день января, но и в целом вся эта неделя? Давайте спросим у астролога Александра Савинкина. Саша, доброе утро. Доброе утро. Ну что, как там? Хорошо, все плохо, судя нейтрально. По улыбке, как-то все хорошо. Ну, все всегда хорошо, на самом деле, смотря как к этому относиться. Астрологически. Астрологически. Сейчас обсудим этот вопрос. Ну, у нас на прицеле, скажем так, первая неделя февраля и заключительный день января. Да. И из заметных астрологических событий, если зрители и вы помните наш годовой прогноз, у нас новолуние в Водолее, тот самый день, который по календарю совпадает с Новым годом по-восточному. Кстати, да. Да, он на этой неделе нас ждет. Мы обязательно на нем подробнее остановимся. Вот. Коротко, если комментировать основные сферы, то покупки всем нужные и необходимые потихоньку оттаивать начинают. И к выходным ретроградный Меркурий, который был там практически 3 недели, он как бы переходит в директную фазу, поэтому выходные 5-6 февраля для покупок наиболее благоприятны. Нужно в будни еще немножко потерпеть, подождать, и на выходных можно там сорваться. Девиз выходных надо брать. Мы будем себя сдерживать пока что, да, в этом вопросе. Поэтому эта тенденция скорее такая позитивная намечается. Ну, с точки зрения ситуации на дорогах, для водителей предупреждение 4, 5, 6 февраля быть максимально внимательными. Там риски происшествий, когда Меркурий разворачивается, ну, немножко неадекват такой включается, бессознательный причем, никто его не контролирует, да, поэтому... Ну, а так... вот он как раз развернется во вторую Да-да-да, он разворачивается, да, вот в пятницу, и несколько дней в окрестностях они такие немножко нервные в этом плане, поэтому... Дышим ровно. Да, максимальное спокойствие. Ну, с точки зрения здоровья неделя достаточно спокойная, каких-то явных... предпосылок для волнения нет. Это с точки зрения физического здоровья? Физического, душевного, эмоционального, любого. Потому что на прошлой неделе, ну вот по себе скажу, был энергетический спад. Был, да. Да, да. Вот видите, как я же не просто ровнее, так. Вот, она более нейтральная с общей такой позицией энергетической. Ну, если отметить самые благоприятные дни на этой неделе, среда-четверг, самые напряженные сегодня-завтра в окрестностях новолуния традиционно. Вот, они наименее такие продуктивные. Ну, вот сейчас про них проговорим. Коротко. Давайте. Скажем, что 31 января сегодня, заключительный день января, будет проходить под влиянием приходящего новолуния. Вот. Сам день хорош для информационной работы любой, таблицы, аналитика, данные и так далее. А также для завершения ранее начатых дел и доведения их до логического конца, логического результата. Перед новолунием идеально, поэтому любые хвосты, да, можно сегодня закрыть. Хотелось бы закрыть студентов, тоже касается школьников, всех, дорогие, да, друзья. Абсолютно. Вот. Ну и плавно переходя ко вторнику, это день новолуния. Напомним, что с астрологической точки зрения новолуние – это соединение Луны и Солнца. А проходить данное новолуние будет, как я уже упоминал, знаки Водолея под влиянием Сатурна и Урана. Вот сам день такой, ну, не деструктивный, но достаточно напряженный. Тенденция некого противостояния старого и нового, которое мы обсуждали в ходе годового прогноза, она будет этим новолунием подчеркнута намеренно. Поэтому именно в этот день рекомендую подумать над тем, что из старых процессов и явлений в жизни препятствует развитию, стоит на пути, а также какие новые возможности упускаются по этой причине. В общем, на листочек нужно выписать все за и против и для себя принять правильное решение. Ну да, это будет полезно. Мне кажется, это всегда нужно делать, нет? Ну, в определенный день. В этот день это будет прям пространство про это будет намекать. Оно будет способствовать именно движению в этом. Уже не отвертишься, да? Ну, по крайней мере, если быть в потоке событийном, то это было бы уместно. Вот об этом мы и говорим. Вот. Среда 2 февраля, к слову, в этот день в странах Северной Америки отмечается такой праздник, как День сурка. Это да. Это не миф. К слову, это настоящий праздник. Да. И звезды нам об этом говорят. Ну, звезды в меньшей степени, но календарь об этом говорит, да. 40 дней после Рождества. И что вы хотите этим сказать? Нет, как так... выбраться из этой временной петли? Петли, ну, там уже сурки подскажут, что называется. Да, с точки зрения астрологии, это день подходящий для стратегического планирования своей деятельности, а также для масштабных, амбициозных дел в рабочем, деловом формате и в личном любых. То есть масштаб развития, расширение, экспансия, среда для этого максимально подходит. Драйвовый день такой, на самом деле. Мощный. Мы вас поняли, Александр. Да. Четверг я бы вообще назвал одним из самых продуктивных дней с точки зрения рабочих и деловых инициатив.
Он четверг сочетает энергию и масштаб среды, но с тонким чувствованием всех происходящих событий и возможностью принять наиболее верное решение. Что такое тонкое чувствование? Это интуиция будет работать? Да, вот я именно об этом и хотел сказать, что максимально проявить внимание к интуиции, внутреннему голосу, и само энергетика пространства будет этому способствовать, чтобы именно с логики и там не логики, да, некий синтез получился такой классный, красивый. То есть всегда говорить интуиции, да, в этот день? В этот день, да, в четверг особенно. Вот, но пятница более спокойная, размеренная, драйв двух предыдущих дней снижается. Притихнет? Да, притихнет. И, ну, такой день, в общем, размеренный, спокойный, подходящий для любых водных процедур, от бани до бассейна по выбору, кому что больше нравится. А также для проведения времени в спокойной обстановке, наедине с природой или своим внутренним миром тоже. После работы, да, отдохнуть, да, немножечко, да, настроиться на выходные. Ну и выдохнуть после, возможно, там, тяжелой трудовой недели. Вот. Ну и суббота, воскресенье, выходные на этой неделе будут активные, энергетически заряженные. Собственно, суббота один из подходящих дней для активности именно в парном формате. Это как назначать свидание в этот день? Ну, нет, там можно конкретно, там парные танцы, парная йога, что-то в таком духе. Марьяна, и свидание в парном тоже формате, назначить. Да. То есть именно взаимодействие двух мужчин и женщин, партнеров. Хорошо. Вот. И полезно с точки зрения именно женского подхода что-то красивое, эстетичное своими собственными руками воплотить. Ну, самое простое, там, прическа, макияж. Пирог. Себе же. Пирог. Ну, кто что умеет, что да. Что я все пройду. Вышит что-нибудь крестиком, например. Это да. Вот. Ну и воскресенье – подходящий день для любой физической активности, в том числе связанной с быстрым перемещением в пространстве. Только так... не по дорогам общего пользования. Да. Ну, пробежка, но в парке, например. Да, например, ну, не по трассе. От велосипеда до коньков, угу, в зависимости от погоды какая будет. То есть главное — физическая активность. Да, именно. Ну, плюс перемещение будет полезно. И также подходящий день для юмора в любом формате. Ну, от, пошутить мы всегда любим. Да, личные инициативы там до посещения таких тематических концертов каких-то. Хорошо, да. Александр, мы вас поняли. Мне кажется, настолько подробно, просто невозможно более подробно. Большое спасибо. Мы желаем вам тоже отличной недели. Ждем следующий понедельник.